Хорошо, друзья, я очень рад быть на ринге. Хоть ми проіграли, але слово Господнє, яке було говорилося, воно до мене було, я думаю, для кожного з нас. Бо слава Богу, хочу ще раз бути на такому ринге. Алілуя. Ну, солидные какие, смотрите, они планировали, договорились уже. У нас команда называется «Борода и кожа». Впечатление супер, правда не выиграли, но ничего, в следующий раз будет библейский ринг в Кислицах, и мы точно выиграем. Особенно понравилось, какую книгу выбрали «Экклесиаст». Хочется поучаствовать, будет интересно. Приезжайте все в Блеский ринг. Очень яркие впечатления. Это было очень... Очень тяжелая. Была очень хорошая, сильная игра, достойная. Вот подарки. Мечта исполнилась, мы выиграли. Вопросы очень классные. И вообще мы очень любим эти встречи. Что бы мне пожелать проигравшим командам? Из песни свадебной. Больше читайте, глубже вникайте, как нужно жить. Пусть Господь благословит тебя утратить покой и не находить его в легких ответах и половинчатой истине, но наоборот найти покой в сверхъестественных отношениях с Ним, чтобы ты мог жить полной жизнью в Нем. Пусть Господь благословит тебя негодованием, негодованием от несправедливости, угнетения и эксплуатации людей, чтобы ты мог трудиться ради справедливости, свободы и мира. Пусть Бог наделит тебя слезами, слезами пролитыми за тех, кто страдает от боли, отвержения, голода и войны, чтобы ты мог протянуть руку утешения к ним и обратить боль в радость. Пусть Бог даст тебе безрассудство, достаточно безрассудства, чтобы поверить, что ты можешь принести перемены в этот мир
чтобы ты смог сделать то, что другие считают невозможным. А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века и до века.